Добрый день. Сегодня мы продолжаем рассматривать монеты и альбом современной России. Данный на альбом посвящен военной тематике. Данная серия монет носит название города и столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков. В 2016 году выпущено 14 пятирублевых монет из стали с никелевым гальванопокрытием, посвященным европейским столицам, освобожденных советскими войсками. На данной странице представлены 14 монет, название городов, дата их освобождения. На данной страничке мы увидим краткое описание . Тираж данных монет по 2 миллиона. Выпуск этих монет был 1 августа 2016 года. Выпускались они на Московском монетном дворе. Перевернем. Всех, кого заинтересовала данная информация, данный альбом с монетами, пишите в личку. Есть канал на YouTube. За класс репост огромное спасибо. Спасибо за внимание.